Итак, всех приветствую, ребятки. У нас продается фазенда, Гродненская область, Карелический район. 100 километров от Минска, подъездные пути нормальные, асфальт. Дом представляет собой где-то 40 квадратов, красный кирпич, толщина стены 40 сантиметров. Крыша нормальная, не течет, но внутри ничего нет, даже полов. Ну, просто земля. Света нет, колодца нет, участок 10 соток. Что он собой представляет? Ну, как бы косить много не надо. Сразу за домиком у нас там метров вон 200 лес, поле колхозное, грибы, ягоды там, конечно. Участок у нас вот здесь заканчивается. Есть пару берез, пару кленов таких достойных, ну, больших, с которых уже, в принципе, можно доить сок. Ну и вот там дорога, там машина, видно, через дерево стоит, там соседский этот сарайчик. От основной магистрали Минск-Новогрудок, если по деревне, тут, ну, наверное, метров 150 по гравейке, а так везде абсолютно асфальт. Ходят автобусы, маршрутки, как бы место доступное. Не надо тут с торбами волочись, там, ну, через поля, через леса, как бы все ездит, все здесь крутится вокруг этой деревни. Поселок Мир 10 километров, нет, даже не 10. Поселок Мир у нас где-то 4 километра. Тоже по асфальту все. Короче, вот такая картинка. В общем, это все удовольствие у нас продается за 2000 американских рублей. Кому интересно, звоните, пишите. Либо автору канала, либо мы найдем с вами, как связаться. Мой номер телефона, как бы контакты, если кому-то будет интересно, вот звоните, это Вилком. Ну и здесь мы прокатимся 150 метров образно по нашей деревне до асфальта. Забыл напомнить, деревня называется Песочная. Сейчас мы подъезжаем к перекрестку, который разветвляется направо и налево. Направо у нас будет Новогрудок 50 километров. Налево у нас будет городской поселок Мир. Там здесь стоит наш знаменитый Мирский замок. Туда мы сейчас и держим путь. Автобусная остановка слева и остановка справа. Подъездные пути хорошие.